Нашу программу у нас в гостях в студии Владимир Агеевич Тихонов, член комиссии по экономической реформе Верховного Совета Российской Федерации. Владимир Агеевич, ну сейчас от экономики никуда не деться. Так или иначе, в той или иной форме мы всякий раз возвращаемся именно к экономическим проблемам. Ну вот вы член комиссии по экономической реформе. Можем ли мы сегодня говорить о том, что у нас есть такая реформа, которая способна поставить нашу экономику на ноги, сделать ее эффективной и обеспечить развитие России? Ну, то есть вы предлагаете мне дать оценку проводимым реформам, проводимому экономическому курсу, ну, проводимой экономической политике. Для начала, политике. Да, да, дать для оценку, начала. Да, наметить, может быть, болевые точки, проблемы, да. А потом мы подойдем, видимо, к путям выхода. Да, ну давайте к посмотрим. Вашему видению, да. Да, давайте посмотрим. Ну, прежде всего, уважаемые телезрители, какие проблемы, нужно ответить, стали перед нашим обществом? То есть, могли ли мы обеспечить свое дальнейшее развитие на путях той централизованной распределительной системы, которая существовала у нас 75 лет? Если и действительно ли, значит, необходима ее замена? Ну, практика показала, и не только наша, что та система была противоестественная, распределительная система, централизованная система, и действительно ни один народ на базе той системы не мог и не смог обеспечить свое развитие. Ни россияне, ни советский народ, ни немцы восточные, хотя вот, ни китайцы, ни вьетнамцы, ни болгары, ни чехи, абсолютно ни один народ. То есть сама практика доказала несостоятельность, противоестественность этой системы, и естественно перед нашим обществом стоит задача создать новую экономическую систему, которая способна обеспечить наше развитие, благосостояние, наши интересы и развитие России. Вот поэтому ясно абсолютно, перед нами стоит не задача не реформ как таковых. Это обман. Реформа – это совершенствование действующей системы. Ну, это общепринятое понятие. А перед нами стоит задача создания новой экономической и общественной системы. Почему же наши руководители, наши правители все-таки говорят о реформах? Потому что они не хотят раскрыть народу глаза на то, а что все-таки они создают. Какую систему они сегодня своими реформами, так называемыми, закладывают в основу развития нашего общества. Экономика – это основа, это базис. И мы поэтому возвращаемся к этому вопросу постоянно. Обсуждаем ли вопросы науки, образования, все равно к этой вопросу, или медицины. Любой вопрос культуры – это вопрос, прежде всего, экономической эффективности деятельности общества. Поэтому для меня, вот и, да, и для многих из нас, депутатов, ясно, что идет не реформа, а идет создание четко, однозначно капиталистической системы, капиталистической формации. И именно поэтому осуществляется четко, ясно, целенаправленно та политика, которая сегодня проводится. Это политика либерализации цен, политика приватизации, ну и все другое, что связано. Это не заблуждение, это не ошибки Ельцина, Гайдара, Чубайса, ну всех тех, кто сегодня в президентских структурах. Это четкая, ясная, осознанная политика перестройки нашей экономики на капиталистические рельсы. Владимир Агеевич, а что вы предлагаете? Вы говорите, что 75 лет та система распределительная, которая у нас существовала, она не оправдала себя. Ни одна из стран не смогла, так сказать, работать по этой системе, работать и жить. Ну хорошо, сейчас идет капитализация. Какой есть третий путь общественно-экономической формации, системы? Нина Владимировна, мы прежде всего должны ответить на вопрос, прежде чем на тот ваш ответ, а способна ли сегодня капиталистическая система обеспечить развитие нашего общества? Если способна, вопросов нет. Необходимо ее внедрять. Мы же видим, что определенное количество стран, ну, Западная Европа, США, Канада, ряд других стран обеспечили очень высокий уровень своего развития. Вот, допустим, Николай Ильич Страс четко говорит, ясно, ну чего изобретать велосипед, что думать, какую нам создать общественную систему, какой-то третий путь. Нечего изобретать велосипед, вот там есть, вот давайте то и внедрять. Вот мы и внедряем то, что сегодня. Так мы должны, может быть, действительно, ну год, два, ну 10 лет помучаемся, народ наш все вытерпит, он все терпит. Вот потерпит народ, уничтожена будет наука, образование, но каким-то чудом мы все-таки, ну, создадим эту капиталистическую систему, так вот обеспечит ли она развитие? Понимаете, в чем дело? Ведь нет множества путей развития. Ведь капиталистический путь – это естественный путь развития. Но как каждый путь, он приходящий. То есть он пришел на смену феодальному обществу, естественный абсолютно, нельзя его ругать.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что он приходящий, следовательно, он точно так же, как мы с вами, проходит стадию юности, зрелости, да, потом уже поумнели, и пора собираться да, и куда. Да, все-таки может быть применена ли вот эта капиталистическая система в нашей стране? Значит, совершенно верно, вопрос вполне закономерен. То есть оправданы ли наши те сегодняшние страдания, завтрашние страдания, муки наши, ради чего мы терпим это все, действительно, то есть обеспечит ли она наше развитие? Значит, у нас, поскольку у нас действительно заидеологизированная пресса, у нас действительно правда об этом, то есть объективные исследования не проводятся и не обсуждаются проблемы развития. Мы опять, пусть меня простят коммунисты и другие, кто, как большевики, готовы замордовать собственный народ, но не обсуждаем, ну, вот проблемы нашего развития. Вот материалы Международной конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Эта конференция состоялась в июне в Рио-де-Жанейро 92 года, в прошлом году, год назад. Во главе, в составе глав правительств и государств капиталистических стран. Именно работали эксперты, огромные комиссии, исследователи, научный потенциал всего мира был привлечен, и они пришли к выводу, что на тех путях, которые сегодня обеспечили развитие 20-30 этих стран, дальнейшее развитие человеческой цивилизации невозможно. Невозможно. Они пришли к этому выводу. И действительно, ведь 96% развивающихся стран, разрыв между развитыми и не сокращается, увеличивается. То есть только 4% стран догоняют развивающихся, а остальные все больше и больше отстают. Ну, достаточно сказать, 16 миллионов детей ежегодно от голода умирают в мире. Это хорошо? То есть, посмотрите, каждые 3 года мировая война, вторая мировая война. Ну, я не говорю, 800 миллионов голодающих и прочее, прочее. То есть мир уже пришел к необходимости поиска иных путей развития. Но не только эти материалы конференции ООН говорят об этом. Вот у меня исследование экономики капиталистических стран, проведенное за 40 лет. Причем нашими докторами экономических наук Шейнисом Виктором Леонидовичем, нашим депутатом, и Болотиным. Вот это чудная книга. Причем сами ее создатели не оценили ее огромнейшие значения вообще и для нашего, в том числе и для России. Динамика развития исследований четко, ясно говорит, во всех странах, в США, в Японии, в западных, в развивающихся абсолютно из года в год последние 30 лет темпы выпуска валовой внутренней продукции, производительность труда из года в год падают и уже приближаются к нулю. То есть эта динамика четко, ясно говорит, на базе наемного труда, положенного в основу капиталистического общества, невозможно обеспечить свое развитие. Поэтому для меня абсолютно ясно. Капиталистические отношения были естественные 18-го, 19-го, первой половины 20 века. Но они сегодня на пороге 21 века уже, то есть наемный труд, совершенно верно, исчерпал себя наемный труд. Поэтому положить в основу 19 век и пытаться выйти на 21 век, то есть с помощью отношений прошлого выйти на современный уровень, абсолютно невозможно. Это чистейший авантюризм. И, кстати, именно поэтому, что это авантюрная политика. Ведь и у Горбачева ничего не получилось с перестройкой, потому что он не понимает, и его команда не понимала проблемы развития нашего общества. И у Ельцина с его командами многочисленными ничего не получается и не получится. У нас в студии был Владимир Агеевич Тихонов, член комиссии Верховного Совета Российской Федерации по экономической реформе. Спасибо за то, что вы пришли к нам в гости, а мы продолжаем нашу программу. Сегодня в 17.30 в Доме Советов под председательством Руслана Хасбулатова состоялось экстренное заседание Президиума Верховного Совета Российской Федерации. Темой обсуждения стала напряженная ситуация, сложившаяся во взаимоотношениях исполнительной и законодательной ветвей власти. По словам Хасбулатова, в Москве в ночь с 19 на 20 сентября имели место несанкционированные передвижения крупных групп внутренних войск, что не было аргументировано, объяснено руководством Министерства внутренних дел. Председатель Верховного Совета Российской Федерации высказал опасения в том, что кто-то может прибегнуть к силовым действиям, блокировать деятельность Верховного Совета и местных органов представительной власти.
возможность введения прямого президентского правления имеет под собой основание, сказал заместитель председателя Верховного Совета Российской Федерации Юрий Воронин. Мы все должны знать, добавил он, что антиконституционное выступление возможно, и наша прямая задача – сохранить конституционный строй. На предложение депутата Иона Андронова форсировать ситуацию и предпринять некоторые действия Руслан Хасбулатов сказал. И никакого ни запятой не позволяет отступить от Конституции. Ни самим нарушать Конституцию, ни позволяет нарушать Конституцию другим. Вот о чем идет речь. Поэтому вот попытки вот здесь в чем-то обвинить, они направлены на то, чтобы, так сказать, способствовать нарушению Конституции, выдвинув вот такого рода обвинения, в том числе против председателя Верховного Совета. Мы на эту удочку не должны поддаваться, должны действовать в рамках Конституции. Поэтому, пожалуйста, надо позаботиться о том, чтобы вы имели контакты с депутатами, со всеми избирательными участками и с нашим активом, помогающим нам, значит, достаточно серьезную массовую опору, так, людей. Люди относятся к нам как раз неплохо, совсем не так, как кому хотелось бы. Вот, собственно, для такой информации мы вас и пригласили. Наверное, тогда достаточно. Так, хорошо. Мы будем спокойно и выдержанно действовать.